Насчет дворовой музыки, скажем, дворовая музыка — это просто гитара, вот, и просто песня какая-то, да? Вот, пусть даже не собственное сочинение, да, скажем. Мы же собирались раньше на лавочках, потому что пойти некуда было в основном. То есть были какие-то дискотеки, но это было там суббота, там пятница. Вот. А так, в принципе, пойти не было, некуда пойти. Клубов ночных не было. Были качалки, были дискотеки. По субботам, опять же, воскресенье, да, поэтому основное время заняться было нечем молодежи. Вот. Футбол, скажем, там, хоккей зимой, занятия там, может быть, спортом и, конечно же, какие-то посиделки на лавочке с гитарой. Вот. И, по большому счету, эта тема никогда не уйдет. Эксперименты, то есть молодежь, они, конечно, она всегда, то есть ищет чего-то нового, что-то, но это буквально время, какое-то маленькое толика времени, вот, и все равно она вернется к этому. Вот, это всегда, это как любовь, то есть она никогда не уйдет, она всегда будет.